down to the floor. Долгие годы в нашем мире царил покой, но его дни сочтены. Я это чувствую. Темные силы приближаются. Найди этих тварей, кем бы они ни были. Наш мир умирает. Возвращаться некуда. Единственный шанс уцелеть — сделать эти земли своим домом. Что бы ни случилось. Что бы ни случилось. Если не объединимся, погибнем. Существует другой выход. Я знаю, кто может нам помочь. Для орков нет жизни, кроме войны. С помощью людей мы отыщем иной путь. Зачем ты здесь? Спасти наши народы. Ему можно доверять? Они звери. Их всех следует уничтожить. Не сомневаешься? Вдвоем мы защитим королевство. Ты на стороне людей против нашей расы. Это самоубийство. У нас нет выбора. Бросим в атаку все силы. Что бы ты ни задумал, сделай это сейчас! Warcraft. Доктор Стрэндж, думаете, вам известно, как устроен мир? А если я скажу, что ваша реальность — лишь одна из многих? Это противоречит здравому смыслу. Не во всем он есть. Не везде он нужен. Посредством мистических практик мы укрощаем энергию и формируем реальность. Мы перемещаемся в пространстве быстрее мысли. Как мне попасть отсюда туда? А как вы стали врачом? Я этому учился долгие годы. Что это? Я чувствую силу в нем. Он готов. Аккуратно выбирай свой путь, Стрэндж. Ты не сильнее тех многих, кто свернул во тьму. Я смерть. Я боль. Ты умрешь, защищая этот мир. Мне не справиться. Это единственный шанс. Столько долгих лет я вглядывалась сквозь время в поисках тебя. Marvel представляет Доктор Стрэндж. Что это? Новая мантра? Пароль от Wi-Fi. Мы же не варвары. В кино с 3 ноября.
Веками кланы вампиров и ликанов вели войну. И наш мир стал полем боя. Для меня война – дело личное. Все, кого я любила, теперь мертвы. Грядет новая война. Селин, ликаны оживились. У них новый лидер, Мариус. Я покончила с этой войной. Но, похоже, она с тобой нет. Ему нужна кровь твоя и твоей дочки. Даже я не знаю, где она. Передай от меня пару слов. Скажи Мариусу, я приду за ним. Ты понял, что я сказала? Нам нужна Селин, чтобы закончить войну. Ей нельзя доверять. Ее кровь чище нашей крови. От нее зависит будущее ликанов и вампиров. И когда мы получим кровь Селин и ее дочери, мы будем непобедимы. Я буду могущественнее всех вампиров этого мира. Ты должен помочь мне защитить ее. Отправляйтесь на север, вы найдете ответы там. Если хочешь победить в этой войне, тебе придется пройти через то, на что никогда не отважились бы даже самые смелые воины. Немыслимо. Его не остановить. Их слишком много. Думаешь, меня это волнует? Мне нужна только твоя кровь. Приди и забери ее. Другой мир. Войны крови. Вы пришли спасти мою душу. Сегодня ваш день рождения. Да. Вечеринка как раз начинается. Лежать! Его зовут Колом Линч. Мы проследили его родословную на 500 лет вглубь веков. До его предка-ассасина. Колом, для всех в этом мире... Вас больше не существует. Что это за место? Это ваш второй шанс. Что вам от меня нужно? Ваше прошлое. Скоро вы окажетесь в Анимусе. Все, что вы увидите, услышите и почувствуете, будет воспоминаниями вашего предка. Умершего 500 лет назад. Подождите! Добро пожаловать в мир Испанской Инквизиции. Все, что я там увидел, было реальным. Так и есть. Они следят за тобой, хотят понять, кто ты. Вас ждет великая судьба. Правим. Мы действуем во тьме, чтобы служить свету. Ассасины. Мне начинает нравиться. Мы
Майор на связи. Я на позиции. Захожу. Ты первая в своем роде, но помни, что не бессмертная. В следующий раз усовершенствуй меня. Все, кого я знаю, чувствуют связь друг с другом. Связь, которой я лишена. Что ты такое? Ты была при смерти. Мы спасли тебя, чтобы ты спасала других. Я не знаю, кому верить. Можешь верить мне. У меня должно быть прошлое. Мы выясним, кем я была. Все, что они сказали тебе, ложь. Кто ты? Они не спасли твою жизнь, а украли. Другой. Скоро это начнет пугать людей. Кто я здесь? Думаешь, если перестанешь отвечать, они тебя полюбят? Перестанут тыкать, называть уродом. Жертва ты или нет, решать тебе. Ваш сын удивительный молодой человек. Возможно, у него больше общего с Эйнштейном, Моцартом и Пикассо, чем с нами. Ярко выраженные аналитические способности. Обсессивно-компульсивное расстройство. Может ли он жить нормальной жизнью? Смотря что считать нормой. Мы даже не представляем границ его возможностей. Допустим, ты глава картеля Синалора. Кому бы ты доверил поиск пропавших денег? Кто может разобраться в куче отчетностей и при этом остаться в живых? Представляешь, какие секреты ему доступны? Кто ты такой? Может ли наш сын жить нормальной жизнью? Смотря что считать нормой. На колени! Даю 3 секунды! Раз! Три. Хочешь, чтобы я вернулся? Можно было просто попросить. Устройство, контролирующее все военные спутники в мире, угодило в руки 4 очень плохих парней. Нам нужен тот, кто умеет двигаться, как они. Драться, как они. Настоящий патриот. Патриотов больше нет. Только бунтари. И тираны. И кто же ты? Этрикса. Познакомься со своей командой.
на энергетиках сидишь, приятель. Я не доверю клоунам прикрывать мою спину. А кто тебе нужен? Крутые, экстремальные. И немного сумасшедшие. Вот с такой командой я могу работать. Погнали. Круто. Ты ведь знаешь, что делаешь, верно? Да, кто бы говорил. Знаю. Говорят, с призраками хлопот не оберешься. Ты не представляешь, кто твой враг. Чего бы ты ни искал, у тебя нет шансов. Значит, завтрака в постель не будет. Мы готовы умереть, чтобы сохранить мир. Ну а ты? Я для этого жив. Похоже, мы в одной команде. Повеселимся. Пойду гляну. Не увлекайся. Я растолкую задачу. Надери им задницу. Забери девчонку и постарайся сделать все красиво. Приятно все-таки вернуться.